Можешь, допустим, сверху удар. Да? Я также что делаю? Гармонизирую, идет боковой удар. Я также гармонизирую и зарабатываю. То есть все вот эти вот чудеса связаны только с гармонизацией вашего внутреннего состояния. Ответ на вопрос, что же делать? Гармонизируйте себя. Понимаете? Так точно. Никогда, говорит, не читайте советских газет перед обедом. Так других же нет. Ну вот и не читайте. Выбросьте телевизор, выбросьте газеты нафиг, гармонизируйте себя. И тогда у вас все будет. И будет вам счастье. Как жить дальше? Прижали к земле. Рукопашный бой — это ответы на те вопросы, как жить дальше. Только вы смотрите, что происходит во время этого. Опять смотрите, что происходит. Как происходит гармонизация? Левая рука — это проекция прошлого правого полушария. Я левой рукой начинаю работать. Я или захожу через левую руку, через левую сторону, или работаю своей левой рукой, и по принципу комплементарности я захожу через его левую руку. Вот вам ответы на все вопросы. Других ответов в принципе нет. Есть ли жизнь на Марсе? Нет. Наука это еще не установлена. Но ваши мечтания, ваши желания могут привести туда угодно. Если вы внутри будете гармоничны. Все по парам и гармонии.